Своя земля. Людмила Васильевна, чем запомнится этот день встречи в Дятловском ресторане? Теплотой, любовью и, главное самое, вниманием именно к женщинам, как к женщине. Романов Францевич, что бы пожелали женщинам, которые по-прежнему остаются на своих рабочих местах и увеличивают главный каравай нашей страны? Терпение, здоровье, благополучие. Конечно, будьте счастливы, девчата. Андрей Владимирович, сможем прибавить с уборкой кукурузы и травяных кормов? Несомненно. Владимир Владимирович, что новое вы увидели в женщинах нашей страны, познакомившись с главными труженицами Дятловского района? Жизнь на селе продолжается. Благодаря женщинам многое изменяется в лучшую сторону. А вот профсоюзы, Владимир Федорович, что обещаете женщинам, чтобы жизнь была на деревне лучше, и что в силах профсоюза, чтобы эта лучшая жизнь была обязательно в той родной деревне, которая всех взрастила? Мы обещаем им свою поддержку, прежде всего, внимание и хорошее, доброе человеческое отношение. Не очень-то плодородная у нас земля, но мы можем получать нормальный урожай. Урожай уровня Европы. Там земли совсем другие. Тоже был, тоже видел то, что дают. Но наши люди на нашей земле получают щедрый урожай. Потому что это наша земля. Мы можем на ней работать, знаем, как работать. Дай Бог, чтобы мы всегда работали. Удачи, благополучия, счастья, добра. Благополучие вашей семьи, чтобы в домах было всегда хорошо, тогда и работа спорится, все идет. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.